летним не смотрим, но сделаю исключение. Пока застой. Немножечко застой. Продвижения не вижу. Марина 21, Вадим 23. Любит ли он меня? Марина и Вадим. Любит ли Вадим Марину? Марин, разбитое сердце вышло, замкнутость и расход дорог. Ты с ним разойдешься. Не будете вы вместе. Это я говорю о... Яночка, 26.01.98, будущее. Яна, будущее. Ближайшее время. Споры, разногласия. Не желаете отпустить свою боль прошлого, Яночка. И отсутствие результатов. Разочарование вас ожидает. Скажу честно, надо сходить в церковь. Божья помощь. Выпадает свеча. Надо сходить в церковь, поставить свечу. Настенька, 30. Получит ли права? Настя, 30. На исполнение желания давай так сделаем. Да. Да. Перемена ожидает. Получите права. Так, любовь 44, личная жизнь. Любовь 44. Что у любови личной жизни в ближайшее время? Дисгармония, семейные конфликты, неприятности. Ваше сердце будет разбито, дорогая моя. А, Зай, как красиво, спасибо. Что у тебя там? Показывай, Маш. О, смотри. О, Господи, какая красота. Я тебе прям завидую белой завистью. Ай, как красиво, Зай. Очень. Это... Это почему? Они здесь... Ай, ты не сказал. Ну, так и честно. Молодец, молодец. Смотри, какие комплименты. Очень красиво, молодец. Я тебя поздравляю. Мне так приятно, я ж растерялась. Блин. Так, ладно. Наталья, 02.10.81. Останется ли нынешней... Оставаться ли ей на нынешней работе или уволиться? Наталья, делать ли какие-то перемены? Почему-то, Наташ, вы себя критикуете. Вижу немножечко у вас проблемы со здоровьем. Нет, неудача в делах. Нет, не переходите. Оставайтесь там, где есть. Потому что если сделаете какой-то шаг, сейчас пока не время. 20.09.81. Алена, личная жизнь. Алена? Да, личная жизнь. Алена, что ожидает Алену в личной жизни? Страх. Вот сейчас какой-то страх, но подарок судьбы вас ожидает и постоянный рост развития ваших отношений. 22.01.68. Марианна, наладится ли финансы? Марианна, наладится ли финансы? По финансам. Так. Вы страшитесь, Марьян, того, чего на самом деле нет. Наладятся ваши финансы, но немножечко повторяете одни и те же ошибки. Есть враги, есть люди, которые вас окружают и не очень хорошо относятся к вам. Глаза смеются, за глазами они пальцем показывают. 08.11.87. Катя, когда будут отношения? Екатерина, когда будут отношения? Важный выбор в жизни выпадает. Карты благосклонны к вам. В скором времени ожидайте. В вашу дверь будет стучаться любовь. Анастасия 28, Александр 33. Появится ли он в ближайшее время у нее? Появится ли Александр у Анастасии в ближайшее время? Выход из тупика? Да, появится, но нужен ли вам этот человек? Этот человек двуличный. Ложь, какая-то ложь между вами. Подумайте еще раз. Хотите на полный расклад? В шапке профиля номер моего WhatsApp. Я сделаю полный расклад. Я, кстати, дала ссылочку на Агафью. Посмотрите, там написано, что у меня прямой эфир с ней. И там ее отметка. 16.08.88. Надя, что ждет в семейной жизни? Надежда, что ждет в ближайшее время в семейной жизни? Наденька, закрывайте глаза на очевидное. И знаете как, избавляйтесь от ответственности. Немножечко есть люди рядом, которые ненадежные. Вы им доверяете, но не стоит. И ваш успех по вопросам. Ой, Зай, скажи, пожалуйста, когда я забеременею? Сейчас посмотрим. Ой, давай-ка. Я на беременность. Сейчас посмотрим. Угу. Да, будет детские хлопоты на исполнение. Так, Маш, значит, смотри, что я тебе хочу сказать. Вот ближайший месяц, да, я не вижу. Это вот смотрится вот так. Ближайший месяц я не вижу. Пока у тебя идет стабильность. Вот стабильность. Ближайший месяц.
Детских хлопот я не вижу. Вот пока не вижу. Не, ну, как говорится, что есть, то есть. И карта, вот смотри, даже карта выпадает. Не время что-либо предпринимать. А предпринимать это что? Ребенок, ты понимаешь, да? Это ответственность. Это надо потом дома посидеть. Никаких тусовочек, мероприятий. Готова ли ты к этому? Пока, я думаю, нет. Так, ну, 4.10.91. Аня, когда встретят любовь? Спасибо большое, пишет. Анна, когда встретят любовь? Анечка, у тебя какое-то невезение, я сейчас вижу. Ссоры. Так, потеря друзей. Пока что не вижу. Застой. Застой, и карты пустые, и не очень хорошие. Так, Наталья 29, Сергей 31. Что ждет в семейной жизни? Что ожидает Наталья и Сергей в семейной жизни? Успех. Просто любовь. Ой, серьезно? Ты так переживает, если честно. Да. Вы знаете, вот между вами есть немножечко ревность. Да, есть. Вижу, что есть третий лишний в ваших отношениях. Но ваш молодой человек не рассматривает это только с той стороны. И будьте немножечко поаккуратнее. Как бы вам, знаете, обман выпадает. Вам будут идти какие-то сплетни. Не верьте в это. О, Ира Горящева пришла. Привет, моя любовь. 11.07.70. Татьяна, будет ли у нее второй ребеночек? Татьяна, будет ли второй ребенок? Пока не вижу. Нет, зависть с ваших близких в вашу сторону идет, очень большая зависть и какой-то негатив. Как будто кто-то вам, кто-то мстит. Не знаю, за что, может, вы кому-то перешли дорогу, но какой-то негатив. И детских хлопот не вижу пока. Так, прямо 10 октября 89 родители еще мальчика. Все, смотри, когда на детей. Будет ли ребенок? Я хотел детей. Жажда жизни. Фортуна, удачи, да? Будет. О, слушай, как повезло. Ольга 32, Сергей 31. Что ждет в семейной жизни? Ольга и Сергей. Что ожидает в ближайшее время в семейной жизни? Так. Суета, финансовые трудности. Ну, золотой середины пока не вижу. Есть какая-то внутренняя пустота и переезд. Переезд или какое-то путешествие ожидает вас? Дочь, ты не написала дату рождения. Татьяна 43, замужество, да, нет? Татьяна 43. Выйдет ли замуж в ближайшее время? Сейчас посмотрим. Угу. Серьезное препятствие в виде негатива. Так. Есть люди, которые вот прям с негативом относятся к вам, с глаз какой-то, и недопонимание с людьми. Почему-то вот вы не можете как-то встречаете молодого человека, да, и не можете, нет взаимопонимания. Напишите мне на WhatsApp, я вам сделаю полный расклад, мне есть вам что сказать, что не могу я говорить в прямом эфире. Так, 21.15.89, Александра Карьера. Александра Карьера, что ожидает по карьере Александра? Перемены к лучшему, хорошее известие, решающий шаг и решение проблем и споров. И подарок судьбы. Шикарные карты. Ой, Татьяна, 25. Будет ли будущее с бывшим мужем у нее? Татьяна, 25. Будет ли будущее с бывшим мужем? Так, глупая, я скажу так, глупая самоуверенность не стоит ни в коем случае. Вот ни в коем случае не стоит. Нет, это будет ошибка, через которую вы потом будете, ну, очень сильно заплатите. И с нервами всем не стоит. Татьяна, 6.03.77 будущее. Татьяна, 77-го, ближайшее будущее. Будете давать, будете получать. Счастливые отношения, стабильность, исполнение вашего желания и поездку. Поездка, вижу, светлая. На 36. Будет ли встреча с Георгием 46? Сейчас посмотрим. Будет ли встреча с Георгием 46? Я смотрю, у вас какая-то нерешительность.
деятельность. Ваш Георгий безответственный человек. Не будет ни встреч, ни отношений. А если даже и будут какие-то отношения, он очень сильно любит женский пол. Вокруг него одни дамы. 11.05.80 Александр. Когда будет у него долгожданная поездка в Турцию? Блин, вот они так врубили. И дорога у Александра. Сейчас посмотрим. Пока что не вижу. Трудности, решения, препятствия, невезение и безвыходное положение. Нет, не в это время. Так, семейное будущее. 02.09.95 Айзат. Айзат, семейное будущее. Сейчас посмотрим. Отсутствие каких-либо результатов и разочарование. Ой, какая красота. Вообще, прям супер, так красиво. Все, садись, я не буду показывать. Так, что он? Юля, 24.08.88 будет ли ругаться с мужем в ближайшее время? Юля, будут ли разногласия? Бунт, трусость и расставание. Я даже скажу так. Ну, не хочется это говорить. Ну, и умолчать. Нет. Расставание. Серьезно? Да. Да. 22.07.89 Владимир, будущее. Владимир, будущее. Ближайшее время. Владимир, почему замкнул? У вас, ух, смотри, как классно. У вас замкнутость, неосуществимые планы. Плывете против течения. С вами находится рядом человек. Близко к вам прям находится. Двухличный человек. Будьте поаккуратнее, как бы он вам не поставил подножку. Потому что он как ваша тень сзади вас. Но человек негативный. От него идет один негатив. Так. 30.10.96 будет ли будущее с бывшим парнем? Бондарева, 25. Бондарева, 25. А имя она не написала? Нет, давай тогда не будем читать, да? Нет, имени, конечно, я не могу. О, тебе написали, что обращались к тебе и говорят, благодарят, говорят спасибо огромное вам за помощь. Благодарю, благодарю и вас за ваш комментарий. Ирина, 38, будут ли дети? Ты что, засыпаешь, сидишь, да? Будут ли дети? Ирочка, я вижу, канал пока закрыт. Его надо как-то, знаешь, открывать. Дороги закрыты. Почему? Потому что очень много глаз. Ну, видно, что с глаз на тебе. Надо открывать дороги. Это однозначно. Каналы открывать на деторождаемость. Пока дорога закрыта к деткам. Евгения, 18.01.85. Стоит ли вновь сойтись с мужем Дмитрием ей? Сейчас посмотрим, стоит ли сойтись. Ни в коем случае не повторяйте одних и тех же ошибок. Смотрите, вас ожидает в конце пути разочарование. В вашу дверь стучится другой молодой человек, которого вы не замечаете. И, знаете как, не воспринимаете всерьез. Оглянитесь вокруг, присмотритесь к тому, как вам сказать, к второй половинке, к другой. К этому ни в коем случае не возвращайтесь. Так, Полиночка, 29. Будет ли любовь в ее жизни? Полина, 29. Будет ли в ближайшее время любовь в вашей жизни? Медлительность выпадает, Полин. Почему-то тоже дороги, вижу, закрыты, но вы сами как будто не желаете вот эти перемены осуществить. Вы закрылись, да, вот ваш какой-то замкнутый мирок. Вам надо открыть себя. Вот вижу депрессия какая-то, равнодушие и отсутствие уверенности. Будьте немножечко поувереннее к себе. Так, Ирина, 24.09.86, ближайшее будущее. Ирина, ближайшее время, будущее. Ирочка, подлость, гнев, нечестный поступок. Какой-то нечестный поступок в вашу сторону будет происходить. Вы будете гневаться. Знаете, вот прям как будто вас кто-то предаст. И ваши планы, они разрушатся, как карточный домик. Давайте на полный расклад тоже на самом деле есть что сказать. Тут такие карты негативные вышли, ну... Не хочется это вытаскивать. 03.07.88 Танечка, выйдет ли замуж? Татьяна, 88, выйдет ли замуж? Будет ли в ближайшее время?
Танечка, я вижу, что вы упустили свой шанс. У вас был шанс выйти замуж, но вы упустили. Почему-то неожиданное вот как вот расставание произошло или что. И вы вот, я вижу, что как будто просыпались одна так вот в ярости. Пока что не вижу. Дороги закрыты. 26.01.2000, Анастасия, будущее. Анастасия, ближайшее время ваше будущее. Тайна раскроется, какая Настенька. Потеря друзей вас ожидает. И то, что вы сейчас хотите начать, это дело пока что лучше отложить, потому что будут отсутствие ваших результатов, того, чего вы ожидаете, вы не получите. Ирочка, 19.04.60, будущее. Ирина, что ожидает в ближайшее время? Неискренные предложения вас ожидают. Беготня, суета какая-то, спешка и смена деятельности. Вижу, что поездка. Ваш успех не без борьбы. Надо немножечко побороться, чтобы достичь своего того, чего вы хотите. Девочки, мои дорогие, пожалуйста, мы очень стараемся, потому что мы знаем, насколько сейчас непростое время. И да. Я поэтому попросила вот свою знакомую Агафью, я к ней всегда с ней общаюсь, на связи по WhatsApp, блин, буквально 24/7, выйти, говорю, выйди хотя бы на 10 минут, она со мной откладывала. У нее очень много просто, ну, тех, кто к ней обращается, поэтому у нее вообще нет времени, и вот, ну, ты не дашь соврать, да, мы собирались выйти с тобой в эфир, наверное, ну, месяц, да, где-то там, да, даже больше. Просто у Агафьи да. Вообще все забито, поэтому те, кто успевают дописаться сейчас в эфир, это на самом деле большая удача. Это большая удача, что у вас есть возможность вот такому светлому человеку задать вопрос. Но честно вам скажу, поэтому я очень рада, что ты сегодня смогла выйти. 26.10.86 июля, личная жизнь. Юлия, личная жизнь. Так, выходит, как будто вы уходите от проблем, не решаете свои проблемы, вот как пассивность, нежелание ввязывать в эти проблемы. Так, смотрим дальше. Сомневаетесь в себе, страх, за вами гонится страх. Против течения. Плохие известия вас ожидают. Валентина, 26, Николай, 42, совместная жизнь. Валентина и Николай. Что ожидает в совместной жизни? Неопределенность. Так. Есть третий лишний в ваших отношениях, я вам хочу сказать. О котором вы узнаете вот-вот. Стучится к вам в дверь новость, которая вас огорчит очень сильно. 29.01.88. Карина, выйдет ли замуж? Карина, выйдет ли замуж в ближайшее время, Карина? Начало следующего жизненного этапа, конечно. Фортуна выпадает. Да, но немножечко через испытания. Изначально будет, так знаешь, такой негатив, потом будет все нормально. Виктория, 33, будут ли детки? Виктория, 33, будут ли дети в ближайшее время? Дочь, а ты сейчас где? В Москве? Да. Зай, ты где сейчас? Я сейчас, да, в Москве. В Москве. Приезжай в гости. Я к тебе приеду. Приезжай обязательно. Я буду тебя ждать. Да, я к тебе приезжала. Шампанское. Я чувствую знакомые квартиры. Да. Я у тебя когда год назад была, да, по-моему, летом? Да, что-то... Да, правильно, летом. Год да, назад. Да, летом, в августе, по-моему, я приезжала, я помню. Ну, ты тоже такая деловая сейчас по таким мероприятиям. Ты тоже... А ты что думаешь, я не слежу за твоим инстаграмом? Слежу. Нет, я знаю, что следишь, дочь. Так, да. Юлия, 17.05.78, личная жизнь. Личная жизнь, Юлия, сейчас посмотрим. Суета, Юлечка, немножечко финансовые трудности. Ой. Пока вижу застой, не вижу, какой-то разлад, неприятности, поспешные решения, недопонимание. Все впустую. Сейчас над чем ты работаешь, все впустую. Не идет ничего тебе в руки. И денежки тоже вижу, которые приходят, они как сквозь пальцы уходят с твоих рук. 22.09.85. Татьяна, здоровье. Татьяна, что будет со здоровьем? В
вот пока застой. Никак, ну, ни хороших, ни плохих карт не вижу. Пока все стоит на своем месте. Так, дочь, давай поможем. 12.06.75 Виктория вернется ли на родину? Это очень важно. Давай, она уже пишет раз 20. Виктория вернется ли на родину? Откроется ли дорога, Виктория? Да, давай посмотрим, откроется ли ей дорога. Так. Знаешь что? Она откроется, но через финансовые потери. Я сразу предупреждаю. Но откроется. Потому что я вижу открытую дорогу, карта, но переграждает финансовые потери. Где-то надо переплатить, чтобы тебе была дорога открыта. 16.12.85 Инна, личная жизнь, отношения. Что там у нее, дочь? Давай посмотрим. Кто будет в отношениях? Сейчас посмотрим. Вот, Инночка, ты не желаешь, знаешь, как вот исследовать новые возможности. Вот ты как зациклилась на одном, да, и не смотришь ни влево, ни вправо, вперед только. Посмотри вокруг. Есть мужчины, да, в твоей жизни, которые тебя достойны, которые ты достойна, но ты не обращаешь внимания. Будут у тебя хорошие отношения, опять же, через потери, через разочарование. И твое прошлое влияет на твое настоящее. Ты, я думаю, ты понимаешь, я говорю. Дочь, мы вот начали читать и не ответили. Виктория, 33, будут ли дети? Так и не дали ответ. Она очень переживает. 33, будут ли в ближайшее время дети? Сейчас посмотрим, Вик. Вик, серьезные препятствия. Я вижу, что есть проблемы со здоровьем, есть проблемы. Почему-то дорогу, я вижу, закрыли. Есть у тебя недруги, я скажу тебе так, с глаз. Кто-то тебе очень сильно завидует. Люди, которые так же тебя окружают, да, приходят в твой дом. Я вижу, вот есть женщина, входящая, вот она. Где? Вот, так. Входящая в твой дом, вот твой дом. Которая тебе завидует. Олеся 40 и Сухроб 28. Его чувства и намерения. Что так, он чувствует? 13 лет разницу. Ничего сейчас так. Посмотрим. Дочь, тебе повезло. Новый этап развития ваших отношений. Есть любовь, и, кстати, серьезно, будет идти к браку. Я это вижу. Дочь, вот ты пишешь, что ты переживаешь за свою сестру, но ты даже дату рождения мне написала. Но мы что, мы же не можем на кофейной гуще тебе сказать? Конечно. Ольга, 16.08.93 будущее, так они ответили. Ольга, что будет в ближайшее время? Проблемы с вашим партнером у вас будет, нежелание принимать помощь, вам кто-то предлагает какую-то помощь, но вы все время, вы вот так вот делаете, да? Не надо, я типа сама. Нет, надо принять эту помощь, тогда у вас что-то получится. Так, 22.09.2000, Анна, будет ли хороший парень у сестры? Да, вот. О, Роман, привет! Роман Миров к нам присоединился. Привет, мой красавец. Это привет, офигенный привет. Ведущий на Муз-ТВ. Это потрясающий чувак. Мы с тобой увидимся. Да, Зай, мы с тобой 16-го увидимся на красной дорожке на неделе моды, так сказать, дубайский конкурс красоты. Я его буду открывать. Роман Миров, приходите, подписывайтесь на него. Он офигенный чувак. Так, вот надо мне тоже подписаться. Роман, да, подпишись. Он ведущий на Муз-ТВ, он вообще шикарный парень. Он такой харизматичный, прямо. Мы с ним на кулинарном шоу сейчас были вместе, готовили. Я хинкали готовила. Я вижу все твои... Ты видела, Зая, хинкали готовила я. Ты? Ты готов, пригласи, попробуем. Хорошо, Зая. Так, Ольга, 26.08.82, личная жизнь. Так, сейчас посмотрим. Ольга, личная жизнь. Какая-то нетерпимость у вас и ваш успех под вопросом. Сейчас у вас депрессия и нежелание каких-то перемен. Полное поражение или отложенная ваша победа. И проигрышный исход. Негативные карты давайте на полный расклад. Здесь на трех картах полностью я не смогу сказать вам. Пишите в WhatsApp или в Директ. Я так, давайте прочитаем еще вопросик, и мне уже бежать надо. 18.04.82 Евгения, личная жизнь. Евгения, 82-го, личная жизнь. Готовься к переменам, Женника. Так, облегчение выпадает, и дорожка, светлая дорожка вам выпадает. Света, 26, и Артем, 29. Будет ли свадьба, наконец-то?
Света и Артем, будет ли свадьба? Новый этап развития, конечно, будет. Естественно. Какое Фортуна. Счастье! Ой, как я рада за ребенка! Поздравляю заранее. Мы уже поздравили. Слушай, она спрашивает, будет заранее, ли с тобой. Так, Татьяна, 12.06.96, что ждет в будущем? Все ли будет окей? Так, Татьяна, 96, что ждет в ближайшее время? Проблемы с законом или начальством, Танечка? Да. Потери, разочарование и чувство покинутости. Негативные карты, один сплошной негатив, и выпала карта разрушения, может все минутой рухнуть, как карточный домик. Обратитесь за полным раскладом, пишите мне WhatsApp, шапки профиля, номер моего WhatsApp, и я сделаю вам полный расклад на все ваши вопросы. Так, дорогие друзья, я оставила ссылочку на Агафью в шапке профиля, вы видели, когда написала прямой эфир. А вот, переходите к ней, она постоянно ведет прямые эфиры у себя. Также вы можете записаться к ней на личный прием на расклад. Она принимает в Москве дистанционно. Я с ней лично всегда на WhatsApp. Вот так вот, 24/7. Мне что надо, я всегда спрошу, она всегда мне ответит. Вот. И я думаю, что в ближайшее время мы обязательно еще выйдем в эфир, если вот у нас найдет время, Агафья наша занятая, потому что она на разрыв. Выйдем. На самом деле. Обязательно выберу, обязательно, вот. Машенька, время. На выйдем. Разрыв, на расхват. Я тебя люблю, целую, обнимаю. Спасибо тебе огромное за эфир. И тебе спасибо. Все, давай, пока. Мы с тобой на телефоне. Давай. Пока-пока.